Приветствую вас, дорогой друг. С вами на связи Николай Лобанов. И сегодня мы проведем урок на очень злободневную тему, касающуюся того, как зарабатывать в компании Infinii без приглашений. Сегодня эта тема очень многих волнует, очень многие люди возмущаются, потому что они еще не могут понять, за счет чего здесь люди зарабатывают деньги. Итак, представим, что вы не можете приглашать, не хотите приглашать, не собираетесь никого приглашать. Как же в этом случае зарабатывать в Infinii? У нас с вами есть сразу несколько инструментов. И самый первый, самый простой, базовый инструмент, который позволяет любому, даже новичку, зарабатывать в компании Infinii, это инструмент, который называется Springboard или трамплин. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что это такое. Сейчас мы внутри кабинета и представим, что вы новичок. И вы хотите зарабатывать, но не хотите никого приглашать. Но для этого у вас должна быть куплена хотя бы программа. Это ваше вложение ежемесячно $50 на то, что вы имеете право пользоваться этой программой. У вас есть и обучение, но самое главное, у вас есть Springboard. Вот этот инструмент, который позволяет вам зарабатывать с самого начала. Да, мы сейчас находимся в фазе предстарта. Еще не наступило 15 января, поэтому сейчас вот только первые шаги. Итак, здесь у нас есть вот это. Ну, может быть, для простоты давайте переведем на русский язык. Итак, здесь есть некие продукты, сторонние продукты, которые компания продает. Но мы с вами их вначале резервируем, покупаем по минимальной цене и выставляем. А уже после этого компания Infinii их продает на торговых площадках eBay, Amazon и так далее. Итак, когда мы кликнем сюда «Сторонние продукты», мы попадаем на вот такую страничку. Я не буду показывать все, потому что каждый партнер Infinii подписывает соглашение. Он не имеет права разглашать коммерческую тайну по поводу того, какие это товары, какова их цена. Поэтому я всего лишь приблизительно буду вам показывать, что собой представляют эти продукты. Для этого я перейду на английский язык, и мы будем с вами смотреть. Итак, у нас с вами есть большое количество наименований продукта. Вот здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 25 наименований продуктов и 185 страниц. Посчитайте сами, сколько это продуктов. Напротив каждого продукта есть определенные цифры. Давайте смотреть. Во-первых, здесь 144 продукта вот в этом лоте. И здесь уже из 144 куплено 144 продукта. То есть мы не можем купить здесь ни одного продукта. Цена одной единицы продукта 45 центов. Но мы перейдем на те странички, где еще есть возможность купить продукт. Их, кстати, очень много. Начиная уже со второй страницы, такие продукты будут. Вот давайте, например, перейдем сюда. Вот видите, здесь почти 1500 единиц, 141 из них куплена. Или здесь 144 и 58 из них куплено. Скажу сразу для новичков, для того, чтобы быстрее ваш товар продавался, вам желательно найти тот товар, который уже куплен, ну, почти полностью партия куплена. Ну, вот скажем, здесь осталось 4 продукта. И я специально сейчас куплю эти продукты, потому что когда этот лот будет полностью зарезервирован или выкуплен, из 144 товаров будет куплено 144, этот продукт будет выставлен на eBay, Amazon и других торговых площадках. Потому что компания эту партию целиком выставляет. Вот поэтому здесь есть смысл купить именно вот эти 4 оставшихся продуктов, и тогда мы с вами сможем идти дальше. Да, на нашем пакете Prime, первом пакете, $50, мы можем купить 15 товаров. Только 15. И купив вот эти 4, я смогу еще купить 11. Для того, чтобы сделать первую покупку, нам нужно кликнуть вот сюда. Buy this product. И мы попадаем вот на такую страничку, где нам нужно купить кредиты. То есть нам нужно сюда внести деньги. Мы эти продукты покупаем. Покупаем за реальные деньги, например, за 45 центов. И выставляем, потом посмотрим за какую цену. Здесь у нас есть несколько возможностей для приобретения кредитов. Мы кликаем здесь и видим, есть $15, 75 и 150. Я сейчас не буду много вносить, я внесу 15, этого вполне хватит для того, чтобы я мог купить первых 15 продуктов. Но вы можете и 75 внести, и 150. Я для урока выбираю 15. Здесь ваши данные.
Здесь ваш адрес, город и так далее, это не самое важное, это не обязательно заполнять, а вот это заполнить необходимо. Здесь нам нужно выбрать карту, у меня Visa. Здесь нужно внести имя хозяина карты, здесь фамилию, как на карте, большими буквами английскими. Здесь номер карты 16-значный, здесь дата окончания, месяц и полный формат года. То есть две цифры, слэш и четыре цифры. И CVV вашей карты. Я сейчас это сделаю, и мы пойдем дальше. Итак, я кликаю на кнопку Push. И нам пишут, что кредиты куплены. Все, отлично, кредиты куплены. То есть на счету сейчас $15. Итак, давайте опять перейдем в наши продукты. Мы возвращаемся на эту же вкладку. Идем на вторую страницу, где мы с вами были. И отыскиваем тот продукт, который хотели купить. Ну, вот он, да? Вот эти 4 единицы товара, которые остались. Мы опять кликаем «Buy this product», «Купить этот продукт». Теперь у нас уже есть кредиты. И здесь мы должны заполнить некоторые моменты. Вот видно, что у нас есть $15 кредита. Сколько штук мы хотим взять? Ну, 4. Их 4 осталось. Мы 4 берем, да? Вот это те 4 штуки, которые остались. Далее. Хотим ли мы продавать самостоятельно на Амазоне? Или мы хотим, чтобы нам компания продала? Если вы специалист, вы можете продавать на Амазоне. Но для новичка нужно кликнуть вот на эту кнопку и посмотреть, что у нас дальше. За то, что будет продана каждая единица товара, мы заплатим компании 35 центов. Это нормально, потому что с нас снимаются очень многие обязанности. Мы не доставляем товар, мы его не упаковываем, мы не связываемся с заказчиком, и это всего лишь обходится нам в 35 центов. И вот здесь рекомендованная цена 8,98. То есть, купив товар за 45 центов, мы можем выставить его за $8.98. Мы берем эту цену, копируем, причем это минимальная цена. Вы можете поставить даже большую цену. Но чтобы конкурировать эффективно, я рекомендую выбрать именно эту цену 8,98. Итак, с нас будет удержано $3.2 и останется $11.8. Вот вся простая математика. Вот все, что вам нужно сделать. По-моему, это очень просто. Вы просто выбрали товар, внесли некие данные, кликнули «Submit». И на этом ваша активная работа, в принципе, закончилась. Все нормально, продукт зарезервирован. Теперь это наш продукт, мы здесь закрываем. И мы можем посмотреть вот здесь. Вот в этой вкладке мы можем кликнуть и посмотреть. Этот товар уже за нами зарезервирован. Вот он. 144 было, 144 уже зарезервировано. Здесь мы видим, что на свой товар, на его покупку мы потратили $3.2. Здесь еще указываются издержки на продвижение продукта. И я так думаю, что на одном изделии мы сможем заработать от $3 до $5. Окончательно мы это увидим после продажи. И здесь у нас аккаунт, кстати, на котором у нас 30 продуктов можно купить. То есть это аккаунт, оплаченный на $150. Можем купить 30 продуктов. Ну, давайте мы еще что-то купим. Да, кстати, если вы захотите вернуть какой-то товар, например, он не продается 2-3 недели, вы хотите его вернуть и взять другой, вы кликаете вот на эту кнопочку, и он сразу же исчезает, и у вас пополняется ваш баланс кредитов. Вы можете взять другой товар. Ну, давайте зайдем еще, посмотрим, что мы можем еще с вами взять. Что нам с вами может еще понравиться? Опять же, я иду по принципу выбирать тот продукт, которого осталось совсем немножко до полной продажи лота. Так, здесь у нас, кстати, должно вот это исчезнуть. Давайте посмотрим, исчезнет ли оно. Так, мы с вами переходим на вторую страницу. И смотрим тот товар, который мы купили. Вот он, 144 уже продано. Этот лот будет выставлен и... У нас шансы на более быструю продажу, чем, например, если мы возьмем вот здесь 52 только взято, 144 должно быть для полного формирования лота. Здесь вот таких продуктов нет. Давайте посмотрим на третью страницу. Зайдем на третью. Посмотрим, что у нас здесь есть интересного на третьей странице. Я даже не буду смотреть, что это за товары, сколько их. Я буду искать те, которых уже много куплено и осталось совсем чуть-чуть. Это будет более эффективно, чем выбирать какой-то специальный товар.
Так, здесь я пока тоже не вижу такого товара, которого немного осталось. Но вот мы еще пройдем. Нам пока торопиться некуда. Мы видим, что товаров очень много. Наполняемость покупок совершенно разная. От, например, 4 штук из лота 144 до полного завершения лота. Давайте смотреть, что еще есть. В принципе, мы можем выбрать все, что угодно, но лучше то, что уже приближается к полному заполнению. Ну вот здесь 107 из 144. Я думаю, мы сюда вернемся. Но пока посмотрим, что у нас еще есть. И здесь вот 80 из 44, 87 из 44. Ну, наверное, мы здесь где-то и остановимся. Давайте вот этого наименования купим несколько штук. Ну, давайте опять же возьмем 4 наименования. Цена та же. Кликаем здесь. Видно, что у нас осталось 11,8 доллара. Мы выберем 5 товаров. Хотя можно. Можно и 3, например. Кликаем опять же сюда. Цена, по которой рекомендуется выставить, 9,73. Мы ее копируем. Вставляем сюда. Наши издержки составят 2,4 доллара. И у нас на балансе останется 9,7. Кликаем. И здесь все нормально. Закрываем эту табличку. Давайте опустимся. Здесь еще что-то было подобное. Ну вот тут можно штук 5 взять этого продукта. Или давайте по 3 будем брать. Надеясь на то, что быстрее будет продаваться. И когда продаются, например, эти 3 изделия, у вас это будет видно, и вы можете выбрать другие 3 или 5 изделий, сколько у вас продастся. Тоже цена вот такая. А мы можем даже написать, ну это минимальная. Минимальная рекомендуемая цена. 9,17. Давайте выставим за эту цену. Наши издержки 2,4. Останется еще 7 долларов на балансе. Сколько мы выбрали? 3 наименования. Хорошо, закрываем эту табличку, идем дальше. Как видите, времени это занимает немного, но для того, чтобы дальше отслеживать, как будет продвигаться процесс продаж, нужно, конечно, потратить какое-то время. Да, вот сюда я хотел вернуться. Здесь 107. У нас есть возможность еще взять, например, опять же, 3 изделия. Опять кликаем «Продать с помощью менеджеров». Рекомендуемая цена 9,51. Мы ее вносим сюда. И у нас осталось еще порядка 5 долларов. Порядка 5 долларов осталось. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь пока вот это еще, по-моему, работает некорректно. Но давайте посмотрим. У нас 30 наименований мы можем купить. Но пока что здесь не сработало. И можно даже, наверное, взять больше. Потому что сейчас есть промоушен. Для тех, кто оплатил и в декабре еще не смог брать продукт, вы можете взять больше продукта. Поэтому, как бы, такая возможность есть, и вы ее можете использовать. Ну что ж, я думаю, что я еще с этим немножко поработаю. А основные моменты того, что делать на спринтборде, я вам показал. Ну вот еще изделие. Я его уже, наверное, брал. Это у нас 5-я страница. Нет, здесь я еще не был. Сейчас я посмотрю. Ну и берите те изделия, которые уже близки к завершению. Да, вот берите то, что уже почти скоро будет выставлено. Напомню, что с 15 числа нас ждут еще много обновлений. Будет другой бэк-офис, другая статистика, более полные дополнительные функции. Поэтому нам с вами будет работать еще более интересно, более просто и более эффективно. И при среднем раскладе, который рассказало руководство, продается около 20% выставленных товаров. Представим, что у вас 30 товаров и в день продается 20%. Это значит около 5 товаров. Если на каждом из 5 товаров вы зарабатываете в среднем 5 долларов, то значит в день вы заработаете 20-25 долларов. Вот отсюда и считайте, сколько вы можете заработать, например, на площадке Surge. 25 долларов в день. Это 200, это 750 долларов в месяц. Вы заплатили 150, заработали 750. Вот ваш доход. Около 500 долларов.
Ну а реальные цифры будут показаны чуть позже, когда мы с вами уже начнем активно использовать площадку Springboard и дополнительные инструменты, которые у нас есть, но мы пока еще не научились ими пользоваться. Итак, овладевайте знаниями, изучайте все то, что предлагает вам компания, проходите тренинги, внедряйте это все в практику, и вы уже будете зарабатывать весьма неплохие деньги. На этом я заканчиваю. С вами был Николай Лобанов. Всего хорошего и до новых встреч. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Всего вам наилучшего.